Итак, Сергей Роман парится в мобильной бане Мобиба МБ-10 с накидным тентом. Сейчас мощный заход был с поддаванием. Вот они будут выходить. Слушайте, ребята, я прям честно могу сказать, я как человек вообще не заинтересованный в этом, ни капельки просто. Вот это самый лучший подарок на день рождения, какой-нибудь такой, знаете, ивент-мероприятие, просто супер. Вот так вот кого-нибудь удивить, это по кайфу. Угу. Так вообще. Только одна проблема, что эмоции ожидаемые всегда как бы занижены. На самом деле кайф здесь вот. То есть я правильно понимаю, вначале даже не хотелось ехать, такое было ощущение. Ехать ну его нафиг. Потому что было интересно. Но в такой кайф, честно говоря, не верил. Не верилось, да? Так, еще. Ну камон. О! Стильно прокатился. Все назад так. Да, ну ничего, нормально. Была спину окатить. Нормально. Отлично. Давай сюда, на машине. Давай, дикрись. Ты не будешь нырять? Нет. Ну что, сейчас соровым маслами тогда.